Фестиваль творчества воскресных школ столицы «Пасха и Россия» прошел на днях в детском музыкальном театре имени Натальи Сац. Масштабный общегородской праздник проходит второй год подряд и уже успел стать столичной пасхальной традицией. В концертной программе этого года более 20 номеров от лучших творческих коллективов представителей воскресных школ различных викариатств Москвы. Колокольного звона и вступительного слова главы юго-западного викариатства епископа Дмитровского Феофилакта начался фестиваль творчества воскресных школ Москвы. В двух отделениях концерта, подготовленного лучшими детскими коллективами, звучали церковные народные песни, исполнялись литературные, театральные и хореографические композиции. О представленной сегодня программе и своем коллективе нам рассказали участники фестиваля, учащиеся вокально-хореографического ансамбля «Вереюшка» храма святого благоверного великого князя Дмитрия Донского в Северном Бутове. Отец Андрей, настоятель храма, он очень достаточно давно хотел, чтобы у храма был свой хор, чтобы пели литургии. Образовали хор, но помимо литургии решили петь также другую музыку. Сейчас вот сегодня мы, например, будем петь песню «Русская душа», которую написал сам отец Андрей, а музыку написала руководитель хора Екатерина Шамилевна. Помимо концертной программы, учащиеся воскресных школ представили также свои творческие работы. В фойе театра развернулась экспозиция детских картин, поделок и фотографий. Здесь же можно было подробнее узнать о деятельности всех действующих воскресных студий и кружков и о том, как через созидание начинается для детей и взрослых путь к церкви. Школа воскресная может быть первой ступенечкой к началу этого движения. Или следующей ступенечкой после первой, где нужно начать потихонечку вхождение в ту жизнь церкви, где объяснят основы веры, где приходящему человеку дадут ответ на самые насущные вопросы, где есть постепенно, входя в жизнь человека, возможность задуматься над главными вопросами и получить на них ответ. Поэтому место, где человек встречается с Господом, чтобы пойти дальше, и где ему готовы подсказать, как это сделать. О значении и отличиях представленного сегодня духовного творчества говорил в своем слове и глава юго-западного викариатства епископ Дмитровский Феофилакт. Но это не просто искусство, это христианское искусство. Потому что оно насыщено благодатью вероучения православной церкви, ее великой традицией, как музыкальной, так и общетворческой.